Татьяна Николаевна, подскажите, что сегодня обсуждаем на Urban Forum? На Urban Forum сегодня мы обсуждаем предложение по территории Аллеи Любви в городе Сосновоборск. Данная территория сейчас используется, но не хватает неких объектов дополнительных, чтобы она была более раскрепощенной, так сказать, была интереснее и эстетичнее. И как раз-таки сегодня мы ждем от жителей комментарии, пожелания, мероприятия, которые они хотят увидеть на этой территории, а мы постараемся учесть в концептуальном альбоме, конечно. Спасибо. Проблемных места, на которые хотели бы обратить внимание. Вот первый – это лестница, которую мы все на слайде видели. Все согласятся с тем, что она очень крутая. Она, можно сказать, горожанами практически не используется. Мы в нашей группе обсуждали, этот же мостик используется у нас во время городских мероприятий. Они у нас там проходят. И хорошо было, чтобы вот это основание под мостиком, которое, вот, как мы обратили внимание, но, как нам показалось, деревянное было. Вот, ну, вот деревянный пусть это будет настил, но хотелось бы, чтобы он был достаточно прочный, чтобы это основание можно было во время городских мероприятий использовать, ну, как мини-сцену. Прошу вас, как вас зовут? И начинаем. Меня зовут Анна. Мы с нашей командой выявили приличные минусы, на самом деле, на этой территории. Например, плохие дорожки. Это грустно. Хочешь, спотыкаешься, но это неправильно. Еще нет мусора. Но они есть, возле качелей мусора нет вообще. Если идешь, мусора тоже нет. Надо выставить. Плохое освещение. Площадь под мостиком мы бы хотели сделать там фонтан. Еще и вот заплочки. У нас на мосту места уже нет. А люди хотят вешать свои заплочки в честь любви. И если этот объект появится, он будет заполнен полностью заплочками. Это будет красиво. Хочет придумать такие идеи, как, например, поставить арку в виде сердец по всей аллее. От, то есть, начала аллеи и сделать ее выше, чем человеческий рост, но к ЗАГСу увеличивать ее размер. Из того же материала сделать в виде сердец так же, чтобы они подсвечивались. И за счет того, что они будут подсвечиваться, убрать фонари на самой аллее.